Всем приветики. Сегодня я хотел бы поговорить о посылках из Китая, которые некоторые боятся заказывать через AliExpress ввиду того, что в Китае сейчас там бушует вирус, и он нападает на всяких там китайцев, а с китайцев он может напасть на посылку. И с посылкой он может прилететь как бы на самолете прилететь к вам, и вы, забирая эту посылку, как бы заразитесь, потому что вирус из посылки выпрыгнет на вас, и вы тоже останетесь как бы заражены. Но на самом деле не стоит бояться, это на самом деле не так все работает. Дело в том, что сам по себе вирус, которого все боятся, он вне организма может жить несколько часов. Я не знаю, сколько точно, но время исчисляется в часах. А так как он до нас летит в посылке, в самолете, даже если он там оказался, ну, то есть он передается лучше всего воздушно-капельным путем, ну, то есть и от человека к человеку, но даже если на предмет он как-то попадет, то время, за которое он до нас идет, это дни, недели и даже месяцы. За это время вирус точно погибнет. И таким образом, к тому моменту, когда вы уже получите посылку, наверное, когда уже посылка прилетит к вам, когда она к вам прилетит, то там уже ничего не будет. Она будет чистая, там если что-то и было, то оно как бы, вот это вот все, оно просто погибнет. И вы спокойненько заберете свою посылочку и будете довольны и счастливы. Ничего на вас не прыгнет, потому что там все уже давно погибнет и все будет хорошо, так что вам нечего бояться. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.